Привет-привет, ребят! Это 9-я серия пути бомжа на Grand Mobile. Слушайте, пора бы уже как-то определиться с целями в этом пути. У нас цель в основном это стать одним из самых богатых игроков. Иметь кучу денег, машин, бизнес и так далее, и так далее. Поэтому для начала я составил нам вот такой список целей. Первое это накопить 20 миллионов. Второе это купить любой домик. Он нам явно не помешает. Третье это купить автомобиль BMW M5 F90. Куда же без нее. Четвертое купить любой бизнес на сервере. Пятое апнуть на дальнобой максимальный скилл до 5 уровня. Шестое выбить в казе в рулетке BMW M8. Мне кажется, это будет супер как сложно. И седьмое последнее тоже в казе в русской рулетке словить 10 раз любое число. Для начала думаю отлично, пойдет. Обязательно, кстати, предлагайте в комментарии, что мне добавить в список целей. И самые интересные цели я, конечно же, выберу и добавлю. По балансу у нас 5 миллионов 136 тысяч. Начало этой серии я снимал еще неделю назад. Поэтому ивент был еще доступен. Как раз таки это вроде последний день. Кто не успел, кстати, потратить, блин, эти сраные колокольчики, пишите. Посмотрим, сколько вас. Приехал в школу. КД у меня у училки еще не прошло. А нафармить я уже успел 93 штучки. На них сразу же, безусловно, покупаем игровую валюту. Теперь по балансу у нас 6 миллионов 306 тысяч. Поздоровался с подписчиком и в GPS ставлю метку на Казиныч. Многие писали, что бесплатную рулетку, которую я получил в подарок за прохождение всей квестовой линии, находится именно тут. А я уже ее вот и вижу. Подбегаем, делаем первый прокрут и мне выпадает уникальный аксессуар. Как раз таки в этой рулетке нам и нужно будет выбить BMW M8. Добавили мне акс тут сразу в инвентарь. Хз, сколько он стоит, и на самом деле я очень жду трейда и рынок на гранде. Без этого как-то вот вообще не то. На ресепшене мы можем купить фишки по цене за одну 100 рублей. Беру 3 кафишек на 300 тысяч. Закидываю сразу их все в автомат по ставке 300. Кручу, кручу, и я в шоке. Сразу вам скажу, что я слил все 300к и ни разу, блин, не выиграл. Вот вообще ни разу. Автоматы я сразу для себя исключаю. Это прям какая-то наглость. Шанс выигрыша чуть ли не на нуле. Тут я уже начинаю входить в азарт. Покупаю 10 кафишек на целый миллион. Есть здесь русская рулетка. Пытаюсь сразу словить какое-нибудь число. По ставке сделал 300 фишек. Слился уже до 9к и решаю поставить на цвет красные 1к. Сливаю, затем еще раз на красное тоже слив. Еще раз на красное, выпадает теперь зеленый 0. Да ё-моё, баланс уже 6к. Ставлю еще раз красное и наконец-то выигрываю. Теперь на черное 1к и тоже выигрываю. Немного отбились, теперь продолжаю ставить на числа. А именно пытаюсь словить 0, 0. По фишкам у меня уже меньше 6к. И это печально. Сливаю дальше и походу это уже все. Фишек 3300. И вот колесо докручивается и это 0. Фух. Плюс 11 тысяч. На этом точно все. Продаю все 14300 фишек на 1 359 000. И даже немножечко ухожу в плюс. Да уж, Казиныч тут еще такое зло. Привет, это уже новый день и давайте посмотрим, что у нас по квестам. Проходя их, можно получать отличные, кстати, награды. По заданиям есть завод Тесла. И, кстати, я только сейчас узнаю о том, что там можно работать. Задача собрать 25 автомобилей. Как раз проверим там еще и заработки. Забираю BMW, бочком залетаю на заводик. На ресепшене начинаем рабочий день. И вы только посмотрите, как тут все красиво сделано. Прям разработчикам респект. Подбегаем на красную метку. И наша задача ставить детали по порядку. Первое это капот. Ставим. Далее правая фара. Нужно найти этот предмет и тоже установить. В принципе, все легко и ничего сложного в этом нет. Со временем вырабатывается привычка и делать это можно будет все намного быстрее. Но, кстати, если совершите ошибку, то ничего страшного. Главное не сделать более 3 ошибок за один раз. Собираем морду, бочину, зад и еще раз бочину. И у нас автоматом собирается целая тачка. Теперь повторяем все то же самое. И единственное, чем я сейчас недоволен, так это зарплатой. Ну слушайте, 120 рублей это реально смешно.
я уж лучше на дальнобое поработаю. Но если хотя бы тут удваивается ЗП, то может быть еще хоть как-то и то ради квеста можно, думаю. Собрал несколько тачек, ловлю пейды и сейчас должны врубить X2 зарплаты. Собираю, значит, тачку, дают опять 120, что за фигня. Завершаю работу, устраиваюсь заново, собираю Теслу, завершаю работу и получаю уже 240, а вот и X2. Получается, деньги удваиваются уже по факту окончания работы. Ну, хоть так. Я уже собрал около 10 машин, и мое терпение и нервы уже, ребят, сдают. Ну реально, куда это? Ставлю, значит, метку на ТК, забираю грузовик и погнали работать. Как раз сейчас X2 и будем апать скилл. И вот он, ловлю первый рейс до завода Тесла. Доезжаю буквально за несколько минут и с X2 получаю почти 6000. Ну о чем тут речь, ребят? Я думаю, уже будет вам скучно показывать, как я катаю рейсы. Поработал я здесь около 40 минут, и то, внимание, вообще не спеша. И с X2 я заработал 42 тысячи. Получу их в пейдей, и это не работа, ребят, а имба. Приехал на авторынок. Бегаю, смотрю всякие разные автомобили, и вот подумываю, может снять когда-нибудь серию 24 часа на авторынке. Но для этого хоть как-то нужно знать цены на тачки. Может, есть кто разбирается, то напишите, по каким ценам и что здесь покупать. Естественно, для перепродаж. В общем, давайте соберем 2000 лайков, и я попробую снять авторынок 24 часа на гранде.